Now, what I want to share with you about my growth in Christ, you know, there's two parts of Jesus Christ. He's your Savior first and your Lord second. Но я хочу с вами поделиться только тем, что насчет Христа вот есть эти две части. Во-первых, Иисус является твоим спасителем, во-вторых, он является твоим Господом. And I'm here to tell you that I'm ashamed of my record. I have not let Jesus be the Lord of my life on an everyday basis. Я здесь нахожусь для того, чтобы сказать, что мне стыдно за то, что я не позволял Иисусу, чтобы он был моим Господом каждый день. But some of the things I've had problem with dealing with after salvation is how are we born in sin? Иногда были такие моменты, что я думал, как это мы можем быть рожденными во грехе? What about the new birth that when Nicodemus came to Jesus at night? What about the new birth? I just couldn't. It was there in God's word, but I just couldn't connect. И когда мы читаем про то, что Никодим пришел к Иисусу в Евангелии от Иоанна 3 глава, говорится о рождении свыше, перерождении. Как это? Я просто не мог понимать. Ну вот там написано, но понимать я не мог. But I have, in recent years, I have tried to be an obedient, submissive person to doing what God assigned me to do. Но во время моей христианской жизни я просто старался быть послушным Богу и исполнять то, что Бог хочет от меня. And that's why I'm here. This is my sixth trip. Вот из-за этого я нахожусь здесь. Это мое шестое путешествие уже. We had a lady the other day coming to church had two walking sticks, and I told Pastor Rob, I said, people ask me, why do I come long ago? И вчера вот в одной церкви мы были. Пришла одна женщина, уже пожилая, и она ходила с двумя палками. But what I want to share with you in Romans 5:12 that tells us that sin entered our earth by one man, and in Romans 5:12 that's what it tells us that Adam and Eve died a sinful death whenever they broke the spiritual death. I'm sorry, spiritual death that whenever they done wrong in the Garden of Eden. И вот ради таких людей я прихожу, как эта пожилая женщина. Я также хочу поделиться с вами тем, что в послании к Римлянам 5:12 апостол Павел говорит о том, что Адам и Ева согрешили перед Богом, и тогда разорвалось их взаимоотношение. И когда эти люди вкусили из-за плода, то их взаимоотношение сломалось между Богом и человеком. That relationship is broken, and what I want to share with you is that the God had a plan for mankind long before Adam and Eve was created. Okay? Их взаимоотношения сломалось тогда между Богом и человеком. Но хочу сказать, что у Бога был план задолго до того, как Он сотворил Адама и Еву. Ever since then, man has tried to reconnect himself to God spiritually. Даже если часто человечество пытается по-разному возобновить свои отношения с Богом. Through wealth and through good deeds, через богатство, через добрые дела, никак не получается. So the God I serve, поэтому Бог, которому я служу, the God of grace, God of mercy, Бог благодати, Бог милости, provided a way for mankind to be reunited spiritually, and that's through the shed blood of Jesus Christ on Calvary's cross. Нашел способ для того, чтобы человечество возобновило свое отношение с Ним, и это через кровь Иисуса Христа. Thank God that He gives us a choice to choose Him. Слава Богу за то, что Он дает нам возможность выбрать Его. And what I want to share with you. И то, что я хочу, чем хочу с вами поделиться. I want to share with you. I talk about peanut butter and jelly and mayonnaise and all that other good stuff. Я хочу с вами поделиться еще помимо бутерброда и майонеза и всего остального. When we accept Christ as our Savior and confess Him and do the ABC like we talk about in our Baptist faith, this is the beginning of new birth. Когда мы принимаем Иисуса Христа и мы исполняем во все эти АБВГД, что у нас там еще существует в нашей системе баптистской. So. То начинается наша жизнь. In my walk with Christ, Adam and Eve committed the ultimate sin. Итак, в вхождении с Богом Адам и Ева согрешили. I was born in sin because of that sinful deed they did in that Garden of Eden. Из-за того, что я являюсь их потомком, и вы тоже, то мы рождаемся во грехе из-за этого. Let me play a couple songs for you. Позвольте мне поиграть несколько мелодий ради вас. Thank you.
Thank God. Joy to work with our teams this year. We have tremendous interpreters. We appreciate Serge, who has been with us. Мы прекрасно потрудились всеми командами в этом году. Мы особенно благодарны за хороших переводчиков, которые работали вместе с нами. I just felt like I could just sit down and let Serge go ahead and preach. У меня уже создалось такое впечатление, что я могу просто уже сидеть, а Сергей выйдет и будет проповедовать вместо меня. Yes. And also Maxim, a tremendous interpreter. Enjoy working with him also. Максим также прекрасный переводчик. Мы наслаждались совместной работой вместе. And you've heard Peter and how well he interpreted. Слышали брата Петра, как хорошо он переводит. Even for Carson. И даже он смог перевести Карсона. But our ladies also have served as excellent interpreters. Также наши сестры прекрасно потрудились как переводчицы. Alicia working with the Romanian team. Алиса, она работала с румынской командой. Yes. And in just a moment she will call with Dion and interpret for Dion. Она вскоре выйдет сюда и будет переводить Диану. Dion has been with our teams for many, many years. Dion уже много лет трудится с нашими командами. So, ladies, we wanted her to share with you. И поэтому, сестры, мы хотим предоставить ей несколько минут, чтобы она обратилась к вам. And then Barbara Payne is our newest member to the team. Барбара Пейн, она является самым новым членом нашей команды. And after Dion shares, then Barbara will share. А после Dion, Барбара также поделится к вам. С вами. And Ira, an excellent interpreter, will interpret for her. И Ира, прекрасная переводчица, будет переводить ее. So our teams were rich with every person being significant and important and ministering to the needs of the people. И каждый член нашей команды, он был чрезвычайно важен в деле служения удовлетворения нужд людей. Good morning. Доброе утро. I'm so glad to be here. Я очень рада находиться здесь вместе с вами. I look out in the sea of faces and I see so many friends. Смотря на ваши лица, я вижу так много друзей. And Peter asked me when I first got here. He said, "Did you miss me?" И первый раз, когда мы встретились с Петром, он спросил нас: "Ты скучал по мне?" I'm sorry, I hadn't really thought about missing you. Но если честно говоря, я не очень скучала по нему. I have been very well taken care of this time. Я за мной очень хорошо. Гости были очень хорошие, приветливые вместе со мной. Greg, Carson, Rob, and myself, and Alicia, and Peter, we stayed with Jenna and Dina. Все мы вместе с братом Робертом и вместе с братом Грегом, Карсоном, Дианой, я и Петром находились у брата Гена и Дина. And we were well fed. И мы очень хорошо там находились, особенно еда была хорошая. And every day we got into this van and we went down these bumpy roads. Каждый день мы быстро заходили в автобус, ехали в церкви. And visit the wonderful people in the Romanian area. И, конечно, мы были в очень много румынских церквах и видели, встречались с людьми. We met many of our brothers and sisters in the Romanian area. И мы знаем и встретились с многими братьями и сестрами в этих селах. And Rob preached many sermons. И, конечно, пастор Робертс, он проповедовал очень много служений. Even though he got sick. Но, к сожалению, он чуть-чуть заболел. And we passed out many eyeglasses.
Мы раздавали очень много очков. And made many people happy. И мы постарались этим помочь многим людям. But it blesses our hearts more than it does y'all's. Но это, естественно, это благословение в первую очередь для нас, и на, это для нас благословение. Because of the main reason that we come is to share Jesus Christ. И более благословение было то, что мы проповедовали Иисуса Христа, потому что это и была нашей целью приезда в Молдавию. And I want to read in Matthew 7:13-14, a passage that I read the first year that I came. Первый год, когда я приехала сюда, я читала это место из Писания Священного, и я бы хотела прочесть это место прямо сейчас. Это находится в Матфея, 7 глава, с 13 по 14 стих. And there are many who go in by it. Because narrow is the gate, and difficult is the way, which leads to life, and there are few who find it. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Аминь. And we know that life is difficult here. Каждый из нас знает, что жизнь здесь очень тяжела. But we know that y'all have chosen the difficult path because you are followers in Jesus Christ. Но мы знаем, что любую тяжесть, любые тяжести нашей жизни мы можем проходить вместе с Иисусом Христом. And as Pastor Rob said, we need to be encouragers of each other. Поэтому, как сказал уже наш пастор Роб, брат, мы должны друг друга с ним куражем. And that's difficult sometimes. Ободрять. И это иногда очень тяжело. Because we all have problems. Потому что каждый из нас имеет проблемы. But we need to take ourselves out of the problem, and we need to put God there, and so He can help us. Поэтому тогда, когда появляется проблема, мы должны в это место именно, где проблема, поставить или наполниться Иисусом Христом, и Он решит ее за нас.